Initiate given flow.
Thank you.
Тебя отведем. Они себе рот зашли. Три дня ты не приходил на завод. Это все пошло со второго этажа. Я видел только трех человек, которые прибежали, больше никого. Они просто набрасывались на людей. И те после 15 минут вставали и бежали за теми, кого не кусали. Тихо. Бери ПМ. Макс, и еще один магазин. Готов? Главное, запомни. Стреляй во всех, кто бежит на тебя. Во всех. У тебя кровь идет. Я не могу, слушай. Тебе нужно зеркало. Двигай за мной, понял? Нужно следовать в город. У Димана с третьего этажа был план эвакуации. Но я знаю, где это будет. Мне кажется, у меня патроны закончились. Осталось пару патронов. У тебя целый магазин еще есть. Я думаю, что вирус еще не дошел до города. Но если он дошел до города, там ничего не остается, кроме как эвакуироваться. Потому что если заражение прошло в город, то скоро начнется жара. Пошли! Там эвакуация всех наших. Чё стоишь?
что с моей бровью? Меня он укусил? Пойдем.
сбежали. Посмотри, нет там. Меня упустили, но у меня есть инъекция. Мне нужно ее сделать, я не заражусь этим вирусом. Я не превращусь в него. Почему я так решила? Должен помочь мне сделать инъекцию. Я просто не могу держать одной рукой рану, а другой рукой делать укол. Это вакцина, я взяла ее в лаборатории. Это последняя разработка от ковида, от инфекции. Здесь лежал парень, его укусили, и он вскочил и убежал, как ненормальный. Просто в коле я сама в беду. Рано, пойдем. Мы разрабатывали вакцину от ковида. И люди, они просто сходят с ума. Они превращаются даже не знаю в кого. Все, причем, понимаешь, все. Я даже... Пойдем. О, отлично. Все это началось во время пробежки. Я просто пошла на пробежку и сама не поняла даже, когда все это произошло. Лицом, кто зашил тебе рот? Ужасно больно. О. Я что слышать? Не пытайтесь попасть в город. Не пытайтесь попасть в город. Город заражен. Город заражен. Если у вас есть оповещение, следуйте инструкциям по эвакуации. Если вы находитесь дома, закройте окна, не впускайте. Слушай, у тебя швы на рту, у тебя там нитки. Не бойся, просто уберу нитки. Подожди, мне нужно перебинтовать себе голову. Я думал, я задохнулась. Все, вставай, пойдем. Этаже. Пойдем. А этот урод меня схватил, кинул в машину. Они просто знают, кто мой отец. Знаешь, кто мой отец? Вообще-то он владеет этой лабораторией, в которой ты работаешь. Тебя же учили летать на самолете? Отлично.
летательные аппараты, немедленно покинуть воздушное пространство. В противном случае вы являетесь угрозой и будете уничтожены системами ПВО. Все летательные аппараты, немедленно покинуть воздушное пространство. В противном случае вы являетесь угрозой и будете уничтожены системами ПВО. Thank you.
Пожарной сигнализации. Всем сотрудникам приготовиться к срочной эвакуации. Внимание! Сработала система пожарной сигнализации. Всем сотрудникам приготовиться к срочной эвакуации.
Слушай, не знаешь, что происходит? Я больше суток был в этой камере. Слышал только какие-то крики, выстрелы.